Я нахожусь сейчас в Амстердаме и хочу вам показать уникальную работу. Уникальная работа «Мойщик окон». Смотрите. То есть это амстердамский фасадик. Считаем этажа. Раз, два, три, четыре, пять. Фактически пятиэтажное здание. Товарищ пришел мыть окна. Ставит лестницу. Лестница немножко раскосая. Видите, какая конструкция. Из твердого дерева миранти. То есть внизу она где-то 80 сантиметров. Наверху в районе 60. И вот посмотрите, чем занимается этот мужчинка. Зачем он это делает и почему он так рискует своими жизнями. Амстердамское окно, оно выглядит таким образом, что вот эта часть окна поднимается, а это нет. И когда она поднимается, она закрывает эту часть. И эту часть невозможно никогда помыть. Поэтому мойщики окон здесь довольно неплохо зарабатывают. Помыть такой домик стоит 50 евро. Моют его примерно в месяц два раза. То есть этот товарищ подписал договор на всю эту улицу и берет сразу 10 домов и получает, допустим, 500 евро за сегодняшний день. Именно это заставляет их так рисковать. Работа занимаются сами нидерландцы, это не делают никакие гастарбайтеры или там приезжие, именно они. Вот такая вот профессия с таким риском для жизни. То есть можете себе представить, чтобы к пятиэтажному зданию кто-то просто прислонил лестницу, залез на 4-5 этаж, ну, так вот окошки. Вот не перестану удивляться. Все-таки это европейская страна. Все-таки здесь заботятся о людях, ну, не так, скажем, как в России. Но вот такие необоснованные риски, я не могу представить себе, чтобы кто-то в России приставил к пятиэтажному дому деревянненькую лестницу, на мой взгляд, сомнительного качества, и поскакал наверх. Причем это не единичный случай, если мы погуляем по Амстердаму, такие варианты сплошь и рядом.